Так, на правую сторону, да, проходишь. На наблюдательную площадку проходят только офицеры из командного состава. По большей части эти учения организованы именно для них. Ведь на полигоне Кирилловский впервые отработают новые тактические приемы маневренного боя. Автор разработки – Западный военный округ. Доложите о заряженности боевых машин. Пуск сигнальной ракеты означает начало тактических действий. Уже проведена разведка, выставлены засады и подразделения готовы к обороне. Воображаемый противник, некие условные бандформирования, пытается обойти мотострелковые роты, но их атакующий порыв тут же остужает танковые залпы. Следом за дело принимается артиллерия. Удары системы «Град» не дают шансов никому, ни пехоте, ни технике. Мотострелки переходят в наступление. С воздуха их поддерживают ударные вертолеты Ми-35 и Ми-24. С характерным воем они врезаются в самую гущу событий, громя позиции противника с воздуха. Улетая, воздушные машины отстреливают тепловые ловушки, чтобы пущенные им вдогонку вражеские ракеты прошли мимо цели. Ну а довершает разгром противника танки. В целом справились, даже я бы сказал, на отлично. Задачи были отразить нападение противника, потом с последующим контрнаступлением все хорошо справились. Оставшиеся в живых условные бандиты захватывают деревню под условным же названием Желтухина. Впрочем, ненадолго. Пара мотострелковых рот уничтожает террористов в считанные минуты. Тяжелее всего бывает всегда пехоте, потому что это человеческий фактор, и они самые тяжелые выносят на своих плечах. Ну, слаженно работали авиация, и танки, и артиллерия. Было приятно наблюдать за действиями подчиненных. Учения мотострелкового соединения ЗВО будут продолжаться еще несколько дней. Впрочем, большую передышку военным не дадут. Вскоре их ожидают очередные и не менее масштабные тренировки. Дмитрий Семенкин, Александр Глебов, Ольга Потапенко. Вести Петербург из Ленинградской области.